Несмотря на потепление, коммунальные службы Люберец продолжают очищать городские дороги от снега. Ежедневно десятки спецавтомобилей и сотни человек чистят люберецкие улицы. Мы пообщались с теми, кто каждый день делает городские дороги чистыми. Павел Заводин – дорожник со стажем, трудится в этой сфере 15 лет. Но и он не припомнит, чтобы зима была такой снежной. Говорит, самым напряженным выдался февраль. Не успевали очистить улицы после одного снегопада, как начинался следующий. Водитель снегоуборщика считает, дело двигалось бы быстрее, если бы днем поток автомобилей не был таким плотным. Приходится лавировать между машинами. Зато ночью и скорость выше, и количество улиц можно очистить больше. Самое главное, чтобы углы отвала были четко отрегулированы. Полицейский лежащий проходишь. Плуг проходит мягко, а когда колеса наезжают, если угол неправильно установлен, плуг поднимается при наезде колесами на прилежащий полицейский и оставляет очень много снега. За смену одна колонна спецтехники проезжает около 130 километров. Общая протяженность муниципальных дорог, находящихся на обслуживании люберецкого ДЭП, 320 километров. На расчистке их от снега ежедневно задействованы больше сотни человек и 84 единицы спецтехники – снегоуборщики, погрузчики и самосвалы. На территории также работают 5 подрядных организаций по муниципальной сети. В первую очередь стараемся убрать центральные дороги и дороги, по которым ездят маршруты, автобусы, маршрутное такси. Пока идет снег, на городские улицы выезжает только техника для обработки дорог противогололедной смесью. Эта процедура проводится не реже одного раза в 4 часа. А уже после снегопада у дорожников есть ровно сутки, чтобы очистить люберецкие улицы от снега и не допустить дорожных заторов. Григорий Ворванин, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.